дорогие друзья. 3 минуты правды про стройку. Время пошло. Урок первый называется «Помни учителей». Ну, говоря об учителях, конечно, не могу забыть и то, что многие и меня считают своим учителем. Но могу ли я называть имена своих учеников? Наверное, это будет нескромно. Я только про одного могу сказать, своего ученика, только потому, что он очень часто, представляя меня своим знакомым или друзьям, говорил: «Друг и учитель Шнеевос Борис Иосифович». Это Андрей Борисович Моторин, про которого и я всегда уважительно говорил, что друг и отец-основатель эскиза Андрей Борисович Моторин. Так вот, ученики и учителя. Пушкину приписывают фразу, которой автором был в действительности, по-моему, Байрон, когда Пушкину говорили, приписывали различные стихи, которые он писал или не он писал, ну и также говорил Высоцкий, то Пушкин говорил: «От хороших стихов не буду отказываться, а от плохих меня сохранит добрая слава моего имени». Ну, так и тут, от учеников хороших, чего же от них отказываться, а от плохих должна сохранить добрая слава имени. Но мы сейчас не об учениках, а об учителях. Почему их надо помнить? Потому что если ты помнишь своих учителей, значит, ты помнишь и то, чему они тебя учили. Ну, например, одним из моих первых учителей, ну, я не беру там школьных учителей, как-то они хорошо у меня в памяти отложились, но то, что они говорили, как-то не применилось в жизни. А вот первый мой спортивный тренер Владимир Петрович Дундур, ну, или как его правильно называли, Вальдемар Петрович, вот он, да, он учил быть настойчивым, он учил быть целеустремленным. Он недавно ушел из жизни, уже в весьма преклонном возрасте, там далеко за 80. И он говорил: мужчина рождается не в постели с женщиной, он рождается в гонке. Вот этот авторитет, он у тебя был в этой гонке, потому что он тебя обогнал. А когда ты выходишь на старт следующей гонки, он уже для тебя не авторитет. Ну, так должно быть, в общем-то, и в жизни. Хотя авторитеты надо признавать, но признавать в текущий момент, в борьбе. Итак, вот это был первый урок про учителей. До новых встреч!